Ну, у нас будет сегодня праздник. Добавят новую локацию. Между прочим, она похожа на Альпийские горы, потому что Genshin Impact сотрудничали с альпийским курортом горнолыжным. И нас ждет очень... Там остров в тумане будет. Что-что? Там остров в тумане будет, как и Альпийский. Ну, Альпийские горы будут сегодня. Сейчас увидишь, реально будут. Так, у меня дракон куда-то пропал. А, вот он.